Доброй ночи, друзья. Вот как Пеппу посадить на диету? Когда я только зашел, включил только что телефон, она чуть неправильно снимала, и она уже начала тут петь. Что ей насыпал, потому что если я разговариваю, это значит, что надо попросить пожрать, и у нее это получится выпросить. Ну вот так. Сегодня в сарае вам ничего не показывал. Сегодня свинюшечка просидела тут целый день. Это овсянка. И только что, пока я убирал, чистил, подстилал, а она только что по нему прыгала. То есть не он на нее залазил, а она на него залазила. Она, конечно, уже устала. И, ну, я не знаю. Я не следил днем сегодня. Но ночью сидела вот эта девчушка, вот тоже вся побитая. С этим ничего не сделаешь, за недельку заживет, и все будет хорошо. Ну, а эту я пустил, потому что когда эту назад перегнал, чистил в корыте, а она начала на меня прыгать. Думаю, еще в охоте. Вчера он ее слабенько покрыл, так что можно повторить, да? В общем, давай, овсяночка, иди домой. Манка, ты уже не идешь, ты уже точно супоросная. Давай. Ну. Не-не-не, все, туда никто не идет. Вот так. Нет, все. Все. Сейчас вам про мульчику досыплю ковшечек и до утра этого кабаноса сажу на диету. Я вам уже говорил. Он паразит зажирел. Нет у него вот этой активности к свинюшкам. Ба, да, о тебе говорю. Так что будет сидеть на диете. Сейчас ему сыворотки налью. А ночью, сейчас уже 11 часов, специально пришел поздно, чтобы ее выгнать. Но она до сих пор не успокоилась. То есть она бы и сейчас стояла. У нее тоже он все бока сдерты. Так что, ну, возможно, он ее и сегодня покрыл. Так что все. Это так, для моего успокоения. Для опороса закрепления, да? Натя, вы ничего не пожрали, даже сыворотку не попили. Вот эти свадьбы, скажи, любовная любовь, и никакой еды не надо, скажи. Ну вот так, смотрите, сейчас опять будет вот сюда прям вылазить. Овсянка, успокаивайся. Пущу ее еще утром завтра. Просто так, для того, чтобы она успокоилась. Будет лезть, пусть лезет, не будет — не надо, да? Хватит уже жениться. Еще они должны начать линять к маю примерно. И станут лысые, потому что щетина уже максимально заросла. Вот так, свинюшки линяют взрослые раз в год. Так что должна облезть. Хотел сегодня провоскопировать еще куриное яйцо, но проверил, ничего не видно. Ничего не видно рано, завтра. Все, сыворотки и все. Сегодня еще работал чуть-чуть в саду. Не выгребал, а именно деревья обрезал, потому что сильно все сожрала. Сильно густые. И гусей пас. Ну и Светлана Николаевна лазила, ходила в огороде. И сегодня бройлера тоже не убрали. Это нехорошо, потому что он очень уже большой. Сегодня приходил, ну, как бы сосед, ну, не прям сосед, сосед по улице, с нашей улицы оттуда дальше. Говорит, что он тоже брал вот вместе со мной тогда вот эту партию. Так у него 3 бройлера, как любят люди говорить, залилось. Типа перевернулся и захлебнулся. Ну и вот теперь мне страшно. Нужно их тоже убрать. Они максимально большие. Блин, ну я так их и не взвесил. У меня все весы разряжены. Нужно их поставить на зарядку. И завтра я вам их обязательно взвешу. Сейчас поставлю весы на зарядку. Хотя весы вот повесил. Можно сразу взвесить, да? Самому уж интересно, уже сколько дней я пытаюсь их взвесить. Ну, не пытаюсь, а хочу. Вот так, давайте первого.
первого встречного возьму, попробую поставить его на весы. Вот, сидит. А ну, сидит красавчик. Смотрите какой. Почти 4900. Ну вот такой прям. Хоть бы не упал. Сейчас, секундочку. Я его держу. Вас поставлю. Блин, теперь хочется еще какого-то взять, да? 4900. Кто помнит, сколько им дней? Я их купил 36-дневных, а сейчас им не знаю сколько, так что как-то так. Давай еще вот этого взвесим. А ну, давай сюда. Этот вроде чуточку меньше. Непонятно. А ну. Нет, не меньше. Так хоть бы не начал прыгать. Вот смотрите. Ну, без 40 грамм тоже 4800. Вот такие уже бройлеры громадные. Мне нравятся. А помните, какие были? Я их взвешивал. Они были от 2300 до 2800. То есть они у меня... Ну, сколько они у меня? 10 дней, чуть больше, да? По 2 килограмма набрали. По 2, даже некоторые... Скорее всего, по 2,5. Ну, возьму еще какую-нибудь курочку вот эту. Скорее всего, она была маленькая. Да? Остановись. Вот, например, она и была 2,300, да? А ну, девчон, тихо, не ругайся. Ну да, скорее всего, вот она и была 2,300. Сейчас она 3,600. То есть, кило 300 все равно набрала. Ну, красопетки. Мне надо взвесить те, которых мне вчера пришли. О, эти тоже 3800. Все-таки чуточку поменьше. Но все равно вот такой грязный он. 3800. Стоп, пожалуйста. Пожалуйста, не прыгай. Вот так, 15 птичек, общий вес, если по 4 килограмма считать, да, ну, в среднем, то 60 килограмм, ну, по полкилограмма уйдет с каждого, это, ну, 50 килограмм мяса, нам хватит на 2 месяца, да, как минимум на 2 месяца. Не знаю, кто сколько использует мяса для семьи в месяц. Нас вот 4 взрослых. Ну, Ванюшку тоже можно уже взрослым считать. Ну и да, вот такое большое количество мяса используем. Все, видите, новенькие разобрались с водичкой. Все нормально. Как-то так. Все, кушаете, да? Должен появиться прям аппетит. Завтра, послезавтра, прям на днях должен аппетит появиться хороший. Ой, какая танцюристка, да? Это та девчулька, которую я сначала не хотел брать. Подумал, у нее 10 сосков. Как бы одну сторону посчитал, а у нее 12. Вот она такая прям большая девочка. Большая девочка. Погуляете секундочку? Давайте. Давайте. С разгона подрался, смотрите, побитый этот, вот видите, красное. С кем дрался? Кто тебя лупил или кого ты лупил? Такие все бутузы, такие прям все обормоты толстые. Я не могу. Хорошие прям лепешки. Эти на дверку нацепил. Вы видите, что происходит? Нацепил этот экскременты свои на дверь, а второй стоит, нюхает. Это кошмар какой-то. Вот обормот опять не загадили. И мне нравится, когда проход чистый, и им нужно загадить весь коридор. А? Обормоты, сыруны мелкие.
Я не знаю, как вот вам их показывать, если они... Вот их только выпускаешь из загона, они везде и покакали, и пописали полностью по всем углам. Это ужас какой-то. Завтра должна была Виктория приехать забрать своих двух кабанчиков, но она мне сегодня написала, что у нее завтра не получается, и она приедет в четверг. Так что пока еще два дня, ну то есть завтра, послезавтра, эти два бармота побудут у меня. Тоже мне написала, что купила предстарт, хотя можно было бы уже купить старт. Предстарт дорогой, я вам уже говорил, по 36 гривен. А старт, наверное, дешевле. Я не спрашивал, почем старт, но вам хочу сказать, что я тоже буду брать еще мешочек предстарта, потому что мне нравится, как они на нем растут. Еще читал комментарий по поводу сахара. Написали, типа, мне сказали давать поросятам сахар. На сахаре поросята будут выглядеть круглыми, но это никак на их здоровье хорошо не скажется. Так что я бы не рекомендовал давать вот большим поросятам сахар. Маленьким я в смесь мешал. Это как бы был заменитель молока. Но когда в месяц поросят переводят на корма обычные, то сахар, как бы искусственные сахара не добавляют. В кукурузе там есть сахара и в свекле, то есть если хотите, можете давать. А вот именно сахар в кристаллическом виде им точно давать не нужно. Ладно, сейчас поубираю за ними, а то и снимать невозможно. Все? Будете еще валить кучи? Чистые проходы, это не для них, да? Обормоты мелкие. Мелкие обормоты. Прям какие хорошие. Вот самый маленький, да? Мне кажется, за пару дней, пока он здесь живет сам. Давай, чужой кабанчик. Давай, давай, быстро. Ко всем в кучку. Вот. А за те пару дней, которые она здесь живет сама. Ну, я имею в виду без мамки. Она просто увеличилась в разы. Мне кажется, она поправилась ровно наполовину с того размера, который был, пока она сидела у мамки. Так что растут они максимально хорошо. Все кругленькие, все лощеные. Вон спинки прям блестят. Вот обратите внимание на спинку. То есть они прям блестят. Цвет на них, шерсть у них такая прям... Как будто Head and Shoulders их вымыли, да? Ну, в общем, красавцы, красавцы все. Сегодня приезжал Юра, говорил, где взять свинку. И знаете, на самом деле, вот я не знаю, где здесь сейчас можно найти. Мне даже звонил человек, спрашивал поросят. Тот, который никогда в жизни не держал вьетнамцев, а держал обычных, больших. Я лично знаю, потому что всегда брали кабанчиков. И очень часто, каждый год меня приглашали их покастрировать. А сейчас звонит и говорит, у тебя нет вьетнамцев на продажу. А я говорю, вы опоздали, их разобрали реально за 3 дня. И было бы еще 20 штук, еще бы 20 штук купили, а то и 30. Он говорит, а можно заказать? Я говорю, ну так это же будет аж на осень. Он говорит, ну типа... Когда позвонили, говорю, в августе. Представьте. Ты, девчуля. Бздюха мелкая. Ну, хотя уже нельзя сказать мелкая. Хорошая девочка, да? Это ей 5 недель. Получается, сегодня 5 число. Они с 27-го. Ну да, вот как раз 5 недель и 1 день. Все хорошие. Обязательно взвешу Семена и Адарку. 14 числа. 14 им будет 2 месяца. Можно 15 взвесить. И иначе. А ты с кем дралась? Или как раз вы вдвоем и подрались? Короче, непонятненько. Да? Ты чё лежишь? Ты чё улегся, Сёмка? Сёмочка, а чё ты улёгся? Кто тебя побил? Кто тебя побил? Ты его побила? Вот смотрите, она тоже, вот бок у неё красный. И у него точно так же. Вы дрались?
Ты ему мстила за тот лобовое столкновение, да? Отлупила его. Фу, где в грязи лазила, а теперь ко мне лезешь. Все, вот так. Наверное, завтра правоскопирую яйцо. Что тут сегодня нанесли? 7, 10, сегодня 14. А вчера было 18. А позавчера 10. Это сколько? 24 и 18. 34. 42 яйца. 42 яйца за 3 дня. Это, ну, короче, по 14 в среднем в день. Получается, яйцекладка восстановилась. И несутся хорошо. Вот тут два самца. Смотрите, какая ножка у него напухла. Это я заметил еще вчера. Их нужно бы убрать, этих двоих. Или его убрать, а второго пустить сюда. Они уже успокоились, не думая, что он будет как бы тут лишним. Но сначала хочу проверить, правоскопировать перепелиное яйцо в инкубаторе. Это можно будет сделать завтра или послезавтра, чтобы точно знать. Потому что, ну, в светлом яйце хорошо видно, а вот в таком темном, в таком, конечно, сразу зародыша не видно. Нужно, чтобы зародыш стал постарше, вот как сегодня виндаутином, чтобы там, где есть просветы на яйце, ну вот где посветлее чуточку, хотя не, оно ж не светлое, все равно, вот есть прям беленькие, видите, то есть как бы оттенок яйца другой. И вот чтобы тут видно было красное развивающегося зародыша. Так что, как-то так. То есть я имею в виду, проверю в инкубатор, если там оплот очень хороший, то тот самец не нужен. Можно будет их убрать обоих. Вот так. Угу. Все, поели, ребятня. Этим так весело. Этих сегодня не высадил. Короче, ну, Юра, он же этот киповец, и у меня, я вам рассказывал, у меня глубинный насос сломался, гудит, а не качает. И вот он приезжал, достали его, пока там посидели, поговорили, полдня потерял. Ну, в общем, он его забрал, посмотрит, может, сделает. Что вы гавкаете? Я поубирал проход, а вы уже опять загадили. Обормоты мелкие. На. Гавкает. Как только ускоряются, сразу начинают гавкать. Вы заметили? Смотрите. От женихов шишка вот на голове выросла. Вы видели? Вот здесь вот тоже такая же. Самцы хватают. Там получается гематомка. Вот, увидели, какая шишка? И так у нескольких. Ну, так всегда. Самцы агрессивные, безмозглые. В общем, ведут себя максимально недружелюбно. Ну и самки от них страдают. Так что, мне кажется, что те перепела, которые... Он прям шишака у нее, как будто... Вот, видите, пролазит. Оп! Как вот показать? Прям шишка на голове. И вот у этой, вот видите, у этой, что это такое прям гематомка как будто. Курочки, которые сидят с самцами как бы на племя, страдают по капитальной, изнашиваются быстрее, чем те, которые просто сидят сами на яйцо. Поэтому, возможно, выведутся малыши, когда подрастут. Посмотрю по яйценоскости этих курочек и, может, буду менять их, ну, как бы пораньше. Ну, это так. Посмотрю, как есть. Угу. Как весело тут попрыгать, да? Все, обормотики. Сыворотки. Вон еще ведро надо поднять. Ой-ой-ой. Потому что, не дай бог, свинья какая-то выйдет. Кыш-кыш-кыш, детки. И чтоб не перевернуло. Вот так. Пепка, ты справилась?
Справилась, да? Молодец, хвалю. И еще те, кто переживает за те две доли, буквально завтра, послезавтра их не будет. Они уже прям начали, молоко перегорело, и они уменьшились в два раза. Вон, покажи. То есть такие уже, как шкурка висит. Все подтянется и будет нормально. Видно? Да видно, да? Видно. Короче, уменьшились. Все. Заяц. Хвалю. Хоть и не супер молодец справился, но все равно хвалю. Главное, чтобы поросятки были. Все, заходим. Кыш-кыш-кыш-кыш. Свалился. Давай, давай. Быстро к себе. Быстро, быстро, быстро. С этой кормушки все прям отлично едят. Кто не достает на ту кормушку, становятся. И тут съедают, а там он перетращили прям в муку. И муку они не хотят есть. Нужно будет выбрать и отдать Пеппе. Пеппа сожрет все, что хочешь, да? Сывороткой залью. И будет хорошо. Ну, вот так. Все, 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 молодцы, молодцы. Вот, вон, видите, как с той кормушки. Раз, раз. И кушает хорошо. Все. Ну, вот так. Еще спрашивали, карликовая курочка моя, кахинхин, бентамка еще не несется. Я вам уже говорил, недельки, наверное, полторы назад, гребешок у нее покраснел, увеличился, но нестись она не начала. Кормлю я ее тоже вот этим же кормом для несушек. Ну, пока яиц нету. Так что, вот так. Тут все накормлены. Малышня растет, им пошел второй месяц, крольчихе, кролица 19 числа, сегодня уже 4, то есть больше половины срока прошло, можно еще дней 5-7 и забирать, отлучать малышню от нее. Весело, да? Вот смотрите, как кушает. Не буду уже сыпать туда, пусть там этот... Семен спит. Вот так. Во. О, видите, как молодец, как достает. Ой-ой-ой-ой-ой, свалилась, да? А так, как весело. А как весело. И сначала аж веселятся, скачут, улыбаются, а потом кто-то грызанет. И сейчас такая прям схватка, драка сильная начнется. Зачем? Зачем? О, видите, и малышня достает. Оп! Если не достает ножками, хоп, залез и поела, да? Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.